все включила теперь. Ну вообще. Все, я бы не сбавляю, держу максимального. Что? Такое бывает. Время от времени случается, да. Нормально. Видишь, у тебя перед правой рукой розовая ручечка такая. Вот да, когда скажу, дерни, а сейчас пока отпусти. Пока отпусти, когда скажу. Просто дерни ее, да, чтобы веревка нас отпустила. На себя как бы ее так надо будет потянуть. Дергай. Есть, молодец. Молодец. А, приборчика-то нету, не узнать высоту. Ну, примерно 250-300 метров так. Под нами. Вот, камеру можешь подраздвинуть. Тогда ракурсы будут поинтереснее. Тяни на себя. Угу. Все. Снимай. Под ноги можешь ее завести там. Только вот держи ее, смотри. Вот, чтобы она к горизонту нижней части была, иначе будет завален кадр. Ну, ты мог ее там на крыло поснимать. Назад отведи. Давай, хоть я поснимаю. Немножко. А, кстати, белка тут твоя. А, да. Ветка. Шушпанчика. Ты держи вот прям за хвост. Ага. Потому что если совсем вплотную, будет не очень интересные ракурсы. Белка выпущенными глазами. Да. Поточечек восходящий. Надо бы его отцентровать как-нибудь, но он маленький. Он маленький, и вот он кончился. У нас восходящий поточечек. Карьерчик, вот если что, можно после полета пойти искупаться. Если бы я знала, я бы делала. Очень клевая там вода. Там? Да. Была бы здесь с тобой все. Игрушечная машинка. Это вот как раз мы попали с тобой в восходящий поток. И, может быть, даже сейчас его еще и открутим. Может быть. Сейчас земля тепленькая. Тепленькая. Не открутим. Сильно сдувает его. Сдувает. У нас тоже немножко сдувает. Добавим немножко газа. Газу. Так, приземляться будем на обе ноги. Ноги согнутые чуть-чуть в коленях. Сейчас они у тебя слишком сильно согнуты. Надо вот да. И на обе ноги сразу встаешь и стараешься при
смысле устоять на ногах. Ветер, я буду парашютистом. Я брошу. Что? Елку брошу, говорю, будет парашютистом. Да бросать-то не обязательно. Чуть-чуть вперед пробежим. Бежим, 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 бежим вперед. Ну, уже не бежим. Спасибо. Если бы 5 метров вперед побежали, то...